Mix News. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Добрый день, уважаемые слушатели. Мы снова здесь с Вадимом. И начнем сегодня нашу встречу с экскурса в историю психологических исследований. В начале 60-х годов, когда психологи начали очень подробно интересоваться темой депрессии и всем с ним связанных, был такой психолог Мартин Зелигман, который занимался работой с собаками. И постепенно, идя по пути академика Павлова, изучая их рефлексы на самые разные ситуации, он провел следующий эксперимент. Он взял три группы собак. В те времена движение за защиту прав животных было не так мощно, поэтому эксперименты бывали жестковатые, без смертельных исходов, но тем не менее. Так вот, он взял три группы собак. Одна была контрольная группа, с которой, в общем, ничего особо не происходило, так себе сидели в вольере и сидели. Вторая и третья группы были помещены в вольеры, где иногда через покрытие пола получали удары током по сигналу. Но во второй группе собака, нажав мордой на педаль, могла отключить реакцию удар током. В третьей группе собака, даже нажимая на педаль, не могла никак отключить удар. В итоге, по прошествии эксперимента, в третьей группе собаки, прыгая, нажимая на эти педали, жестокая история, конечно, в какой-то момент убедились, что они бессильны, что они ничего не могут сделать. И просто даже не пытались прыгать, убегать, они просто лежали, когда били током, как-то подвывали, скулили. Потом пошли дальше, и все три группы перевели вольер, где на половине территории вольера наносились удары током. Потом был невысокий барьерчик, сколько там сантиметров, 10, наверное, высотой. И вторая часть вольера, где удары током не наносились. И когда там, где был ток, его подключали, собаки из первой группы, которых ток вообще не били, и второй, где мы могли отключить этот удар, перепрыгивали через барьер в поисках безопасного места и там оставались. Собаки из третьей группы даже не пытались уйти. Они продолжали пассивно лежать, скулить от этих ударов током, но даже не пытались найти безопасное место. Они потеряли, похоже, всяческую надежду. То есть они смирились? Да, они смирились, они утратили надежду. И вот этот феномен Мартин Зелигман назвал выученной беспомощностью. Позже проводили эксперименты с людьми, но людей берегли, это было не так болезненно. Взяли две группы людей, они должны были выполнять какие-то задания, но их отвлекали. На них были надеты наушники, туда транслировали всякие неприятные шумы. Люди в одной группе при желании могли этот шум отключить, люди во второй группе отключить его не могли. И выяснилась интересная вещь. Даже те люди, которые могли отключить эти шумы, они совсем не всегда это делали. Они продолжали работать, зная, что они могут в любой момент это отключить. Так вот, одно знание, что есть другой вариант, даже без применения на практике, давало им возможность лучше справляться с заданиями. То есть выход есть. Да. Вот это важный момент. Да. Само осознание, что в этой ситуации есть выход, даже не обязательно им пользоваться, но зная, что он есть, уже давало людям надежду. Но ведь запретили же в метро, если не ошибаюсь, писать «выхода нет». Вот эти как раз обозначения, которые вводят человека в состояние вот безысходности. Я помню, мы очень иронизировали, когда у моего друга была свадьба, он венчался в церкви, когда мы вошли в церковь венчания, над одной из дверей висела надпись «выхода нет». Слушай, там мрачновато для венчания как-то.
Но ведь в психологии еще я хочу просто, вот, чтобы продолжить размышления на эту тему, можете меня поправить, но я слышал такую историю, прикодирование не назначает, вот на всю жизнь закодировать не следует, потому что у человека должно быть ощущение, что он может в любой момент выйти из этого состояния. Это так? Ну, при этом есть любители кодировать на всю жизнь иногда, не знаю, насколько это вообще реалистично, но, ну, в принципе, у тех, кто кодируется, есть способ повод раскодироваться, пойти и снять этот код. То есть вот осознание, что все-таки при желании да. можно закончить эту историю, это необходимая часть психотерапии, да? Вот? Да. Вот что такое выученная беспомощность? Это когда человек после ряда неудач в какой-то сфере теряет ощущение, что возможны некие улучшения, и перестает предпринимать что бы то ни было, или чтобы достичь какого-то положительного результата, или хотя бы избегать болезненной, неприятной ситуации. Человек, теряющего всю эту веру, и, соответственно, впадающий в состояние депрессивное и прочих психических расстройств. То есть человек уже ни во что не верит. Это вообще интересная тема, настолько насчет того, насколько человеку важно осознавать свои возможности. Значительно позже, уже не в таких жестких условиях, пришли с исследованиями в один дом престарелых, тоже в Америке, по-моему. Там люди одного и того же возраста, со всяческими старческими проблемами здоровья, психологическими, физическими и так далее. Людей, живших на втором этаже, окружили бесконечной заботой. Говорили, мы здесь для того, чтобы вам помогать. Мы все для вас сделаем. Мы для вас включим, не знаю, канал на телевизоре нужный вам. Вот вы можете выбрать себе растение, и медсестры будут его для вас поливать. Вы можете делать. Вот любое ваше желание будет предугадано, мы за вас все решим. Люди на четвертом этаже сказали, у вас здесь очень много будет ответственности за себя. Мы вам дарим цветок, но поливать вы должны сами. Выбирать, чем заниматься в течение дня, вы должны сами. Выбирать свои каналы в телевидении, вы должны сами, и так далее, и так далее. Что выяснилось по прошествии наблюдения некоторого времени? Естественно, люди, которые была возможность влиять на свою судьбу, были активнее. Они меньше жаловались, они лучше себя чувствовали. И по прошествии некоторого времени обнаружилось, что смертность у жителей второго этажа, которых ничего особо не зависело, была выше, чем у жителей четвертого этажа. При том, что их не угнетали, их не обижали, над ними не совершали никакого насилия, за них просто все-все делали. Из них просто ушла возможность собственного выбора. Ну вот часто говорят ведь люди, когда уходят на пенсию, они говорят, если сейчас я прекращу работать или прекращу делать, или прекращу играть, это часто, например, относится к музыкантам, которые уже в таком почтенном возрасте, то, в общем, я быстро сгорю. То есть, когда человек в деле, когда человек в процессе, он чувствует себя лучше и живет дольше, получается. Даже не то, что в деле и в процессе, когда у человека есть хотя бы небольшие способы влиять на свою жизнь. Кто-то из психологов в свое время побывал во время войны в концлагере. Как известно, в концлагерях один из способов давления на людей, во-первых, это дисциплина железная, и, во-вторых, когда людей занимали всячески бессмысленной работой. Просто бессмысленно работать. И этот человек считает, что он и многие его товарищи по несчастью выжили потому, что в какой-то момент, поняв, что вот это отсутствие выбора их буквально убивает, превращает в животных, он для себя выработал следующее. Везде, где только можно, пусть маленький, но совершать свой выбор. Везде есть что-то некатегорически запрещено, немедленно использовать эту возможность. Вплоть до того, что тебе там надо сидеть, ну, ты можешь лечь, тебя за это никто не наказывает. То есть находить малейшие лазейки для того, чтобы иметь хоть небольшое, хоть даже хотя бы иллюзию ощущения свободы.
И вот, как выяснилось, эти маленькие-маленькие выборы, эти незначительные поступки для многих казались спасением. Они не потеряли надежды, у них сохранялась хотя бы тень ощущения, что они управляют собственной жизнью, и таким образом выжили в концлагере. Евгения Гинзбург писала о том, что она находила спасение в стихах, когда сидела в одиночной камере, она либо читала их про себя наизусть, либо даже писала, и таким образом она пыталась найти смысл своего существования, потому что провести 2 года в одиночной камере – это еще то испытание. 37-39. Франкл, который тоже в концлагере, говорил, что людям помогал, кто-то был из ученых, кто просто в сознании писал книгу на протяжении всего времени в концлагере. Вот те, кто теряли человеческий облик, дрались за картофельную кожуру или еще что-то, они часто сдавались и умирали. Поэтому наличие, если вплотную опять приходим к теме смысла жизни. То есть ради кажется, чего я живу и ради чего я существую? Даже не только ради чего. Пока у человека есть ощущение, что его действия, его выбор хоть как-то влияют на его жизнь, на окружающий мир, у этого есть некая осмысленность. Когда у человека раз за разом какое-то ощущение, что все бессмысленно, бесполезно, и повлиять он ни на что не может в этом мире, и на свою жизнь, вот тогда теряется все. Ну, концлагерь или заключение – такие радикальные, экстремальные проявления, но ведь очень легко потерять смысл и выбор в реальной жизни, в рутине. Там, если работа, например, не нравится, но человек на нее ходит для того, чтобы заработать какую-то копейку и там, прокормить семью, но в то же время он уже не понимает, ради чего, для чего и что это может изменить. Такое добровольное заключение в какой-то степени. Можно найти множество ситуаций в жизни, где мы себя чувствуем беспомощными. Ну, допустим, человек потерял работу, он ищет ее, он снова и снова отправляет CV, и ему снова отказывают. Так сложилось, или профессия его не очень востребована, или CV его недостаточно хорошо, неважно. Когда человек снова и снова чувствует, что его усилия ничем не заканчиваются, рано или поздно у него начинает накатываться безнадежность, тоска и все та же депрессия. И мы с вами, к сожалению, можем предположить, чем отличаются животные в состоянии этой выученной беспомощности и люди. У человека есть, увы, какой-то выход, который животным новым не придет. То есть суицид – это чисто человеческое изобретение. Ну, это сомнительный выход, скажем прям. Это сомнительный выход, но иногда есть ситуация, когда люди впадают в депрессию тяжелейшую, и другой выход. Они просто не замечают. Ну, поэтому это еще задача спасти человека, чтобы показать ему. Поэтому человеком в чем-то, естественно, быть опасней. Потому что животное к этому не приходит. У животного нет осознания каких-то действий, процессов. Осознания нет. Я думаю, что животное тоже, которое оказывается в ситуации абсолютной безысходности, я думаю, что живут меньше, чем их товарищ по несчастью. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня Ирина зовут. Да, слушаем вас. Да, ну вот в контексте рассказанного уважаемым доктором, мне было бы интересно услышать ваше мнение по поводу такой, вот теперь уже выглядящей сомнительно, концепции воспитания детей, как дисциплина, строгий распорядок дня, завтрак, обед, ужин, расписанные занятия, и, ну, в общем-то, считается как бы очень хорошим для ребенка, когда у него точный, то он точно знает, что будет с ним происходить в течение дня, ну и так далее. То есть, ну вот ваше мнение по этому поводу. Да, спасибо вам. У ребенка ведь тоже может сложиться ощущение, что выхода нет. Вся его жизнь расписана. Послушайте, если уже ребенка родители расписали, не оставляем вообще никакого выбора, не слушая его мнения, не интересуясь его желаниями, то, конечно, ребенку будет тяжело. Я думаю, что в нормальном питании нет ничего страшного, в дисциплине нет ничего страшного, и в учебе нет ничего страшного. Вопрос только в том, что родители, по идее, ребенку должны, во-первых, давать выбор в разумных пределах, во-вторых, объяснять, что и почему. Потому что мы все знаем, что ребенок в какой-то момент, когда он приходит в подростковый возраст, для него свобода куда важнее, чем здоровье, чем какое-то будущее и так далее.
То есть родители, с одной стороны, должны быть тиранами, но с другой стороны, родители ребенку должны его оберегать и как-то разумно направлять. Поэтому я думаю, совершать какую-то революцию анархического вида и сказать ребенку: живи как можешь и делай, что хочешь. Если высокий шанс, вероятно, вам ребенок придет к тебе лет чуть постарше, будет постарше, скажет: ты мой папа или ты моя мама, у меня мозгов не было, ты что наделал? Ты почему не научил меня, не настоял в чем-то? Об этом хорошо говорил Дмитрий Быков. У него есть среди его замечательных лекций одна лекция о Пушкинском лицее, в котором росли Пушкин и его друзья и сверстники. Так вот, исходя из того, как описывается жизнь в лицее, он сказал, что, по идее, ребенок должен быть предельно загружен, но только тем, чем ребенок сам очень увлечен. А чтобы ребенок был увлечен, должны быть надлежащие родители, должны быть хорошие преподаватели, способные заинтересовать и увлечь. То есть я думаю, что разумная педагогика не имеет ничего общего с тюремной дисциплиной. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Да, добрый день. Да, как вас зовут? Сорвалось куда-то. Да, перезвоните, пожалуйста, номер телефона 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Это программа «Диагноз недели». Звоните нам, также пишите по WhatsApp 230-6191. Ваше сообщение мы также будем зачитывать. Ну вот, продолжаю эту мысль, вы сказали о том, что важно, чтобы ребенок был увлечен чем-то. Но еще это важно понять, то есть нужно это увидеть, услышать, почувствовать и родителям, и самому ребенку, правильно? Это тоже не всегда простая задача. Я думаю, что я, к сожалению, наслушался много историй, поэтому ребенок просто теряет ощущение, где он поступает правильно, где нет. Чтобы удовлетворить родителей, да, он занимается тем, что, может быть, ему не по душе. Или он пытается удовлетворить, этого невозможно сделать. Как сказала одна из моих пациентов в детстве: слушайте, своим родителям, почему вы меня за четверки ругаете, а за пятерки не хвалите? И никакого связанного ответа она не получила, к сожалению. Но это ведь такая достаточно популярная история. Мне приходится ее слышать от людей, уже взрослых, когда ты что-то сделаешь, если ты что-то не сделаешь, допустим, на работе, тебе скажут: ну ты же этого не сделал. А когда ты что-то сделаешь, что-то большое, что-то серьезное, тебе даже спасибо не скажут. Ну, так и должно было быть. Ты за это зарплату получаешь. Да. Ну вот, соответственно, это то, что идет из детства, кстати. Да? Это идет из детства. Ну, опять. Из детства это руководители, которые не понимают, что такое точно выращены в условиях, где не было известно, что такое хвалить и поощрять. К сожалению, мы все время от кого-то зависим. На звонок? Да. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы спросить, вот как правильно воспитывать детей, вот сейчас внуков, например, все запрещать, как вы сказали, это мустро. Все разрешать, можно, я человек послевоенного времени, вот нам все разрешали, значит, и мы взрывали гранаты там, снаряды там, одному руку оторвало. Вот где эта граница, вот сказать, это я тебе запрещаю, потому что я опытнее, я знаю, и чтоб ребенок слушался при этом. Вот как это сделать так, чтобы оптимум был, оптимальный вариант? Спасибо. Да, спасибо. Как найти баланс? Ну, во-первых, как сказал уважаемый слушатель, есть с одной стороны муштра, с другой стороны вседозволенность. Как всегда, где-то находится золотая середина. Истина где-то рядом. Как, да, где-то посередине. Но я думаю, что мы должны понимать, что по сравнению с послевоенным детством нашего слушателя, и даже по сравнению с моим непослевоенным уже детством годов 60-х, начала 70-х, нынешние времена другие. Дети растут с другим понятием о степени свободы, с другим понятием о своих правах, возможностях, где-то, может, и зашкаливают, но тем не менее. И я думаю, что чем дальше, тем более бессмысленно загоняние детей в жесткие, как минимум, что-то ребенку запрещая, ты не должен это делать, потому что вот я так сказал, потому что я старше, умнее, сильнее, ты будешь меня слушаться. Ну что такое хорошо, что такое плохо, ведь все-таки не потеряла актуальность. Ты ребенку можешь объяснять, что если что-то запрещаешь ему не потому, что ты сегодня в плохом настроении, а потому что вот эти действия ребенку навредят или пойдут не на пользу. Одновременно, когда мы что-то пытаемся ребенку запретить,
стоит прислушаться к себе. А я почему его это запрещаю? Я правда уверен, что это будет вредно ему, или просто мне так спокойней? Я правда уверен, что я сейчас не срываю плохое настроение, принесенное с работы или каких-то жизненных кстати, вот человек, которого ничего не ладится, которого ничего не зависит. Я вполне могу себе представить такого человека, который хоть где-то ощущает себя сильным. Вот может, например, он может наказать своего ребенка, лишить его чего-нибудь, запретить ему. Это такая компенсация? Конечно. Извращенная немного. Я думаю, что для того, чтобы воспитывать детей, надо все время вслушиваться в себя и понимать себя. И опять исходить из того, ты для чего делаешь. Вот чтобы неповадно было, просто чтобы ребенок тебя боялся и трепетал, или ты действительно переживаешь о благе ребенка. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, затем вернемся и продолжим. Программа «Диагноз недели». Оставайтесь с нами. Mix News. Мы продолжаем. Эту программу «Абонент доступен». В студии работает врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня мы говорим о беспомощности. Выученной беспомощности. И у нас есть звонок, так только что был сорвался. Я напомню еще раз телефоны прямого эфира 672-12-93-9. И 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Ларис. Здравствуйте, Ларис. Я вот хотела сказать, что Вадим говорит, что такое хорошо, что такое плохо. Нас так воспитывали. Потом нам говорили, что ты должен там после школы, должен государству, должен родителям, там еще кому-то. И в то же время все пути открыты. А вот какие пути, как их выбирать, мы толком не могли. Мы шли в институты или на заводы от родителей, от знакомых и все. Вот как научить ребенка, чтобы он действительно выбрал хороший путь и не зависел ни от кого, а думал своей головой. Спасибо. Да, спасибо. Мы выбираем, нас выбирают, как известно. Да. Во-первых, чтобы ребенок думал своей головой. Смотрите, здесь попадаем в такую парадоксальную ситуацию. Родители говорят ребенку, ты должен выучиться быть взрослым, самостоятельным, независимым. А пока что должен слушаться, все, что тебе говорят, делай, как мы тебя учим. То есть возникает ситуация вот, конфликта и противоречия. Когда мы хотим, чтобы он был где-то в будущем независимым, с чего же станет независимым, сейчас мы его полностью подчиняем своей воле. Но это ведь происходит и во взрослой жизни, когда на словах все ценят независимых, честных, открытых, умеющих говорить и отставить свою точку зрения, а как только попадаешь, условно говоря, в коллектив, то там уже, если начальник... Я до черно-белой картинки сейчас это все просто до такого фокуса говорит, ты уже вроде как и не спорь. То есть это тоже ведь есть. Это есть, такая ловушка. Но у взрослого человека, включая ребенка, есть выбор. Безусловно. Он может уйти с работы, он может сбунтоваться, может сказать дауншифтинг, сменить работу, уйти медитировать в пещеру или на гору и так далее. И так а далее. У ребенка вот эта история, когда выхода нет. Увы. Увы. Безысходность. И, увы, родители могут создать безысходность. Не потому что они злодеи, а потому что они совершают ошибки, потому что они тоже были так воспитаны, потому что требуют большого переворота в себе, большого пересмотра своего детства, своих привычек и установок, которые кажутся безукоризненными, чтобы воспитывать ребенка. Но здесь еще сложно принять маленького человека как равного себе и начать воспитание его... Ну, даже он не совсем равный тебе, будем откровенны, но если ты его воспитываешь, ты как минимум его должен любить. А любя его, надо не путать любовь с контролем тотальным. То есть любовь – это забота, правильно? Это забота, это поддержка, это очень четкий баланс, который надо ощутить, где ты ребенка защищаешь, а где ты защищаешь, его доверяешь какие-то выборы, доверяешь ему какие-то, ну, возможно, даже ошибки совершить. Потому что в какой-то момент ребенок будет совершать, невзирая на все твои крики и топание ногами. Я вот читал пост одной коллеги, мне он очень понравился. Она сказала, что я сейчас наблюдаю за своим сыном, я вижу, как он совершает мои ошибки, набивает мои шишки, но я стараюсь себя сдерживать для того, чтобы он это сам прошел и это сам пережил. То есть до определенного уровня, конечно, если там уже ошибки становятся, там уже родитель вмешается. Но, тем не менее, есть какие-то мелкие, которые вот она позволяет ему совершить, чтобы он это сам почувствовал. Отвечая на вопрос Ларисы, во-первых, ребенка надо прежде всего любить.
Не путать любовь с тотальным контролем, не путать любовь с тем, что я хочу, чтобы мой мальчик или девочка вот таким, что я мне гордился и хвастался везде. Это уже реализация собственных комплексов. Не доставать ребенка криками, ты должен быть самый лучший везде и во всем. Не ругать за четверки по пятибалльной системе и так далее, и так далее. И давать слышать ребенка, быть с ним, чувствовать его желание и где-то ограждать, а где-то поддерживать или давать ему рисковать. Но нет универсального рецепта. Но думаю, что в каждой семье все могут по-своему это ощущать. Все-таки чувство безысходности, которое появляется уже у взрослого человека, оно формируется именно из детства? То есть, если в детстве у этого человека была какая-то травма? Не факт. Или... Человек может сказать, это предрасположенность, но даже человек, проживший сравнительно неплохое детство, может, попав в черную полосу, утратить надежду, впасть в депрессию и так далее. Эта тема, кстати, дальнейшее исследование того же Селигмана, который, задавшись вопросом сначала, ну, найдя выученную беспомощность, задался вопросом, а можно ли человека выучить оптимизму? Ну, чем отличается, коуч, да? Чем отличается оптимизм и пессимизм? Оптимист – человек, который считает, что само собой разумеется, что все в жизни будет хорошо и будет получаться, ну, а какие-то несчастья – такая случайность. А пессимист – человек, который уверен, что все бедствия и несчастья – это закономерно и нормально, а вот что-то хорошее – это такая случайность. Кстати, Селигман говорил о том, что это все важно осознавать, иногда и пессимизм может быть полезным. Он говорил, что в какой-нибудь компании, директор компании должен правильно набирать себе рабочих, работников. То есть, допустим, директор по маркетингу должен быть обязательно оптимистом, а бухгалтер и шеф службы безопасности должен быть пессимистом. То есть, только здесь главное, вопрос профессионального навыка. Да, главное не спутать, не ставить тех людей не в те места. Но пессимизм ведь все-таки, если рассуждать на эту тему, он дает некую попытку человек предпринимает для того, чтобы себя обезопасить. Потому что он изначально верит в то, что те, кого он набирает, могут его, допустим, подставить и так далее и тому подобное. Ну, какова обычно логика пессимиста? Это очень основная фраза. Я ожидаю всего плохого, но когда оно случается, я не так уж и расстраиваюсь. А когда случается хорошее, для меня это вдвойне сюрприз. Русский фантаст Михаил Успенский, замечательный фантаст, кстати, ныне покойный, к сожалению. Вот у него был герой-пророк Вазопиил, который говорил, люди сволочи, вот я и пророчу им всякие гадости, дело верное. Кстати, сам Успенский, по своему жены, умер в отчаянии со словами, что я больше никому не нужен, их никто не читает, мой читатель исчез, и в итоге он умер достаточно рано. Но, на ваш взгляд, все-таки пессимисты больше склонны к синдрому этой безысходности? Или для оптимистов это тоже может стать проблемой? Конечно, пессимисты больше склонны. То есть, оптимисты не видят этой проблемы? Оптимист все-таки всегда видит выход, видит перспективу, видит возможность. То есть, лучшее, конечно, впереди, да? Да, но мы не делим людей на оптимистов. И это не то, что как биполярное расстройство, то маниакальное состояние, то тяжелая депрессия. То есть, обычно это умеренные такие проявления. Да. Но дальше у Зельгмана была еще одна интересная вещь. Он где-то в начале 2000-х, больше в возрасте, познакомился с нейробиологом одним, который занимался исследованиями мозга, исследованиями, ну, как мы говорили уже как-то, когда психологические исследования подкреплены сканированием мозга и так далее. И они пришли к интересному выводу, что на самом деле, по их мнению, выученной является не беспомощность. Вот выученным является оптимизм и ощущение, что что-то можно делать. Они считают, что наши далекие предки, у них не было сомнений для оптимизма. Кругом была враждебная среда, хищники, жесткая природа, природные всякие напасти, голод, болезни и так далее, и так далее. То есть только выживание. И поначалу это и было такой беспомощностью. Но постепенно, постепенно, адаптируясь в этой враждебной среде, находя лазейки, находя способы защитить, находя способ что-то изменить, как люди выстраивали свой, можно сказать, оптимизм, наверное, ощущение, что безысходности нет, что есть за что сражаться, есть за что бороться, есть выход что есть. Менять. Да, да. И это очень важно вообще вся эта история. Еще важна для нашего индивидуального понимания тоже, что, в общем-то,
Есть даже люди, которые смертельно больны, и все, они видят какую-то перспективу, они до последнего момента что-то делают, завершают труд своей жизни, стараются быть своими близкими и так далее, и так далее. Я читал у Петра Авина размышления на тему, что человек, у которого в жизни что-то получилось, например, ну, удалось построить бизнес, там, завести семью, быть счастливым и востребованным, ему легче уходить из жизни, потому что есть то, что ты уже сделал. То есть, как бы нет этого неудовлетворения. Я не знаю, насколько это справедливо, но я читал его размышления, и с другим миллиардером он как раз на эту тему говорил, и вот они согласились. Тема безысходности. У меня есть две любимые истории. Одна знаменитая цитата из Станислава Ежелеца: «Когда я очутился на самом дне, снизу кто-то постучал». Вот. И вторая вот такой анекдот, когда приходит один еврей кровидный, говорит: «Рэбе, у меня ужас, у меня беда. Жена меня бросила, детей забрала, имущество забрали, квартиру забрали, деньги забрали, с детьми не дают видеться, давно издеваются, меня ославили по всему городу. Рэбе, это ужас, что делать?» Рэбе ему говорит: «Ну, послушай, ты же знаешь, жизнь вот такая, как зебра, есть белая полоса, есть черная полоса, они друг друга сменяют, успокойся». Проходит какой-то месяц, он звонит ему и говорит: «Рэбе, помните, мне говорили про полосы? Вы были правы, так вот, то была белая полоса». То есть все может быть еще хуже. Да. Так вот, мне кажется, если мы обнаруживаем, что мы находимся в состоянии, нам кажется, все безнадежным, безысходным, и проще всего лечь и умереть, или просто уже не трепыхаться. Не будем приводить известную сказку про лягушек в горшке с молоком и так далее, и так далее. А, так вот, мне кажется, перчик, по идее, должен себе напомнить то, что это состояние депрессивное и поэтому уже явно не объективно. И здесь можно делать все что угодно. Здесь можно пойти к людям, которые тебя выслушают, с тобой поговорят. Здесь можно вспомнить вот опыт того же человека из концлагеря, что даже есть малейшая вещь, что ты еще что-то способен сделать, способен изменить, уловить этот элемент собственного выбора, это уже достаточно интересно. Причем собственный выбор, если он тебе подсказывает суицидальную попытку, это плохой выбор. Потому что он явно других выборов уже не оставляет. Это такой, как крик отчаяния уже. Но это симптом, с которым надо бежать к врачу. Да. Потому что суицидальные мысли – это уже серьезный признак депрессии. Да. И вот, к сожалению, как показывают разные недавние события, человек, который находится в тяжелейшей депрессии, он от любой помощи уже отказывается, он в нее не верит. То же самое. Вот. Но человек верит. Ведь не всегда видно. Вот как раз у нас в эфире была Бажена Рынская, жена Игоря Малашенко, который покончил жизнь самоубийством. Она как раз рассказывала о том, что в тот день ничто не предвещало беды. Также говорят многие люди, которые лишились своих родственников, они их потеряли. Они просто не видели, что человек в этот день, все вроде было нормально, он потом пошел и покончил жизнь. Или видели, но не верили. Или, значит, или находится в депрессии. И все, надеялись, человеку не хватит сил сделать последний шаг. Но потом, в общем-то, в этой ситуации, в силу отсутствия у нас карательной психиатрии, это очень трудно кому-то помочь. То есть, если когда-то во времена карательной психиатрии, когда было подозрение, что у человека депрессия, идея о самоубийстве, его могли достаточно быстро госпитализировать без его согласия и его спасти его жизнь. И сейчас, насколько мне известно, человека госпитализировать принудительно – это сложнейшая процедура. Мало кто с ней вообще решается связываться. Человек, который находится в этом состоянии, он ведь осознает, что у него есть суицидальные мысли, или уже на определенной стадии депрессии человек уже просто не осознает, что ему нужна помощь? Он может осознавать, что есть суицидальные мысли, но не верить ни в какую помощь. То есть уже, что я пойду к психологу, вот это, мне дадут таблетку, и она, возможно, мне поможет. Вот это выученная беспомощность, это безысходность, это оно и есть. Когда человек... самоубийство – это выход, да? Да, или он не видит никакого выхода. Другого выхода. Он не верит, что может стать что-то лучше, и считает, что ужаснее, мучительнее все. Увы. Увы. Вот. Здесь ведь важно понять, что человеку с выученной беспомощностью можно помочь. То есть он сам в это не верит, но ему можно помочь. Правильно? Главное в это поверить. Ему можно помочь, но для этого нужна хоть какая-то его инициатива, помощь. Потому что такие люди часто... Иногда такие люди с готовностью отдают свою судьбу в чужие руки.
Делайте со мной, что хотите, да? Вот это. Причем самые разные руки. Иногда есть такой, вот такие люди, лакомая добыча для разных сект. Когда человек в полной безысходности и отчаянии, к нему приходят и говорят: брат, мы тебя любим, иди к нам, у нас есть будущее, у нас есть вера, мы тебя поддержим, ты больше не будешь один. То есть мы все сделаем. Да. И, может быть, честно вам скажу, что, может, конечно, лучше и в секту попасть, чем покончить с собой. В конце концов, человек будет, по крайней мере, жив. А из секты уже потом можно, тоже сложно, но можно... А это уже как повезет. Вот. Но мне кажется, это слово «выученная беспомощность», само это словосочетание, она выученная. Ты выучил, что ты беспомощен, но совсем не факт, что ты учил по правильному учебнику. То есть ты убедил себя, получается, да? В этом. Или ситуация убедила тебя, что нет смысла рыпаться, что... Все. Поэтому и смотрите, опять мы понимаем, что есть стопроцентная выученная беспомощность. Человек полностью утратил все надежды, находится в депрессии. Чего, как мы с вами уже когда-то в передачах говорили, в этом состоянии у человека, да, с одной стороны, депрессия, с другой стороны, он перестает что бы то ни было делать, а помимо чисто психологических, это состояние угнетает иммунитет. Падают иммунные показатели. И психосоматика начинается. Да, и человек может заболеть чем угодно, включая онкологию. Так вот, это то, что мы описано, такая предельная беспомощность. Но если мы вспоминаем себя, знакомых, мы встречали людей, которые просто это люди с потухшим взглядом. Это люди, которые как-то допускают, что что-то, конечно, может быть получше, но с течением времени они все меньше в это верят. И, как нам подсказывает опыт, вот, проведенный в доме престарелых, просто такого человека взять, окутать как одеялом, заботой, и начать за него все решать, это плохая идея. То есть нужно, чтобы он сам что-то начал делать. Да. Сам начал шевелиться, сам начал жить. Да? Ему нужно отдавать, естественно, разумно и постепенно ответственность какие-то составляющие его жизни. Это выбор двусторонний. Это и тот, кто заботится о таком человеке, это и сам человек. Но получается, что человек с выученной беспомощностью, он как бы зря проживает свою жизнь, если можно так сказать. Я вот вспоминаю фильм «Дворецкий», если не ошибаюсь, там как раз была история. Вот Дворецкому нравилась там одна девушка горничная, но он не умел выражать свои эмоции, и, в общем-то, в конце жизни он просто понял, что он ее упустил, потому что он нравился ей, но он не мог это показать, и вся жизнь, вот, в общем-то, пошла уже по другому пути, а могла бы быть, наверное, счастливой. Это тоже в какой-то степени выученная беспомощность, когда ты сразу ставишь крест на всех своих мечтах, на всех своих желаниях, даже подсознательно. Ну, здесь, конечно, надо проводить какие-то дифференциальные диагнозы между нерешительностью и выученной беспомощностью. Когда но человек идет рядом, нет? Они родственники, наверное. Но я думаю, что когда человек нерешителен в каком-то аспекте своей жизни, это одно. Когда человек полностью утратил надежду на будущее, совсем другое. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Петр меня зовут. Да, Петр, слушаю. Я вот предлагаю психологический эксперимент, лечить беспомощность. Вот мы тут почти 30 лет живем, и беспомощный с властью получается. Вот я как-то был в Паланге, там такой компьютер есть, фотография и груша. Вот бьешь эту грушу, а фотография изменяется, там у него шишка появляется там и там. Вот постановите в центре Риги с фотографиями нелюбимых политиков, и народ бы калашматил их и считали бы, где... Да, спасибо вам, вот такая. Ну, честно говоря, мне кажется, это просто выпустить в пар. Это... Во-первых, я не думаю, что большинство жителей Латвии ощущают беспомощными. Я думаю, да, у нас есть люди, которые в жизни... зашла в тяжелую ситуацию. Есть люди, которым трудно заработать на хлеб себе и своей семье. Есть какие-то другие причины. Но все это сводит к тому, чтобы набить морду фотографии политика. Мне кажется, как-то странно. Я думаю, что это, во-первых, ни к чему особому не приведет. Во-вторых, не знаю, честно, у меня есть много политиков несимпатичных мне. Что я пошел стучать по их фотографии, так нет, я не думаю, что что-то изменит в моем настроении и жизни, уж тем более в их настроении и жизни. Но выученная беспомощность может относиться к широкой аудитории? Или это все-таки индивидуальная история?
Что такое широкая аудитория? Ну, можно взять какую-то группу, этническую, религиозную, сексуальных меньшинств и так далее. Вот им можно привить эту? Я думаю, по желанию можно. И то, наверное, зависит от людей. Но я думаю, это ощущение безысходности прививалось самым разным этническим группам. Не знаю, евреям во время Второй мировой войны, этим тутси в Африке, когда их пытались истребить. Армяне, турки, опять же. И много ситуаций. Я думаю, но все равно, даже в таких страшных ситуациях мы знаем, что были люди, которые просто сдавались, а были люди, которые до последнего момента искали выход для себя или для кого-то. Я думаю, что все-таки мы всегда будем упираться в личность, потому что нас всех в жизни доставят самые разные ситуации, а вот дальше зависит уже от нашей личности, готовы мы противостоять судьбе, готовы мы защищать себя или скорее опустим руки. У нас осталось буквально минута до конца эфира, когда нужно задуматься о том, что что-то с тобой не так и обратиться к специалисту или... В тот момент, когда ты ощущаешь, что все твои действия бессмысленны, когда ощущаешь, что нужно просто лечь, накрыться одеялом с головой и ничего не делать, что ни на что не способен, ничего не сделаешь, вот этот момент уже надо понять, что что-то не так. Но это если, допустим, ведь у каждого человека бывают сомнения, то есть если они проходят там через час, через два, или это должно быть достаточно продолжительное? Ну, мы же говорим не о том, что тебя нахлынули сомнения. Ну, что вот нас, все, что я делаю, это бессмысленно. Такое бывает. Ну, бывает, но я думаю, что это состояние в какое-то время проходит. А вот если оно не проходит, если оно кажется все больше очевидным, и кажется, что все твои действия не имеют смысла вообще никакого, тогда, конечно, надо понять, что ты явно смотришь на мир через какое-то закопченное стекло. Ты явно смотришь на мир, воспринимаешь его искаженно. Ну что ж, на этом мы закончим программу «Диагноз недели» с Ариэлем Резник-Мартом. Мы встретимся в следующий понедельник. Я с вами не прощаюсь. Впереди программа «Вечерний интерактив». Поговорим о выборах президента Украины. Оставайтесь с нами. Всего доброго.